Всем привет! Вы на канале Мурашиная Жизнь. И сегодня я сделаю обзор на все свои колонии муравьев. Итак, давайте приступим. На очереди у нас новый вид Лазиус японикус. Я матку нашел на улице и благополучно подселил к ней рабочих. Также у нее имеется расплод. Вот такая маточка, темненькая. Вот. Дальше, следующий у нас вид. Это Лептоторакс акерворум. У этой матки все очень хорошо. Чувствует матка себя отлично. Кормлю я их каждый день. Даю им маленькую личинку жука-знахаря. Едят они ее очень даже хорошо. Также у матки есть много яиц. Сначала, как я ее словил, у нее появился первый пакет яиц. А потом она отложила и вторую кладку. Вот, вы можете посмотреть. Итак. Сейчас покажу свою очередную новую колонию муравьев. Итак, это Мирмика СП. Гулял я по лесу вчера, выезжал за матками, и нашел эту матку. Также подселил к ней рабочих через заморозку. Матка отложила много яиц, но их, к сожалению, не видно, потому что муравьи ее закрывают. Сейчас я вам покажу получше муравьев. Вот и все. Следующая моя новая колония — Мирмикария Брунея. Подсоединил я к ним арену, и они туда бегают постоянно. Вот матка и ее три рабочих. Когда она мне пришла, у матки была всего одна личинка. И когда я ее покормил, она отложила кладку яиц, количество 6 штук. Кормлю я их каждый день, даю им среднюю личинку жука-знахаря. Ну вот и все. На этом мой обзор на все мои колонии закончился. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.